Люди! Фу! Стоять! Фу-фу, люди, помогите! Ага. Люди? Какие люди? Нет никаких людей. Есть только сумасшедшая старуха с галлюцинациями и адский пес. Ну-ка, Сёма, давай, сожри её. Вы что, с ума сошли, что ли, совсем? Хотя ладно, пусть живёт. Давай, Сёма, сожри меня. Пусть всё это уже наконец закончится, а? А? Разжалобить меня хочешь? Не выйдет. Не верю. Давай, давай, жри, Сёма! Жри меня! Идем, идем, Сёма, не будем связываться. Ну-ка, пойдем. Давай, 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 давай. Давай, Сёма, вперед. Вперед. Ой. Не вздумай разуваться. Итак, с пустым ведром. Ничего хорошего. Давай. Проходи, проходи. Видела в каком-то старом фильме. Да. Я люблю кино. Старое. Да, Сёма, ты прав. Настойку будешь? Спасибо. Я домой пойду. А тебя там ждут? Все, говорю, хватит! Хватит, галлюцинация, да? Простите. Я не знала, что правда такая слышимость. Да, не скучно. Пей. А что это? Не боишься? Лучше тебе не знать. Что это за гадость? Гадость? Это муж, изменник и подлец. Это дети почти чужие. Это когда домой идти не хочется. И когда жить почти невозможно. Вот что такое гадость. Откуда вы знаете? А? Я в театре 100 раз это играла. И потом, я же каждый день слушаю ваш радиотеатр. Какая банальщина. А я играю это впервые. Так сыграй эту роль блестяще. Без мелодрам, без сцен. А пусть это будет великая роль. Я не смогу. Каждый может, но не каждый хочет, потому что для этого нужны силы. Не поняла. Ну, посмотри в зеркало. Давай, давай, смотри. Что ты видишь? Дуру. Ну-ну-ну, старую дуру. Это я не про вас. Я знаю, что не про меня. А я вижу роковую женщину. Роскошную красавицу. Женщину вамп. Ну, видишь? Нет. А я вижу.